Так, значит, так как здесь разворота нету нормального, знаете, что я подумал? Здесь вот у меня улица слева и улица справа. Заехать в левую, сдать в правую задом и уехать, откуда я приехал. Я думаю, нормально. Места не было на Memorial Day Weekend. Запарковались. Я сейчас уезжаю за мясом. Каким мясом? Не мясо надо купить. Уезжаем. Делаем, ребята, небольшой сервис траку. Пока я стою на выходных. Расцепился. У меня тут надо несколько вещей поделать. Таких как смазать,
пятое колесо нормально, очень давно не расцеплялся, видите, тут такой же мусор не очень хороший, надо его солидолом пройтись. Вот что еще, покрасить все рейлс, стойки, которые ходят у меня вверх-вниз. Сейчас я немного их зачищу, еще раз покрашу краской и пройду графитом. Но те уже можно графитом, а вот эти еще надо немного почистить. По плану еще мне сделать бачок, у меня протекает алюминиевый бачок. Алюминиевый бачок текет, его сухой сваркой сделали, но видно не помогло. Вытекает гидравлика. Нужно его открутить полностью. Здесь есть такие болты с поднизу. Не видно. Поменять фильтра. Я уже фильтра купил новые. Очень давно не менялись. Все ржавые. Ужасно. Пройтись так трейлер посмотреть. Почищать ржавчину, поподкрасить. То есть такие места. Пока стоит жара. Лето, нужно его максимально подготовить. Тут меня еще электрику надо посмотреть. Нету лампочки. Надо сюда ее втыкнуть, купить. Подсоединить на номера, за это могут тоже штрафануть. Вот, еще у меня здесь такая вот ерунда. Эти провода надо открутить и по новой переделать. Это у меня идет зарядка на аккумулятор, плюс плюс и минус. Вот, чтобы у меня нормально этажи поднимались, надо вот это дело переделать по новой. Вот. А так по мелочи еще пройтись, посмотреть, что да как. Пыль такая. Это, кстати, у меня пятое колесо новое. Помните, когда-то я показывал в ролике, менял тормоза на трейлере, пятое колесо и кучу разного барахла. Так что это нулячье. Но все равно оно дрыгается, надо его или подтянуть, или еще, я не знаю. Розетки надо поменять, уже такие были стрёмные. Это розетка на свет, это на зарядку, вернее, вот это на зарядку, это на свет. Страшненькие такие, уже бы хорошо заменить. Тормоза все проверить, подтянуть барабаны. Вот у меня уже, правда, пошли, надо их делать, новые, вернее, ставить, а не делать. В общем, как-то так, сейчас буду заниматься.